вот лично я очень боюсь вообще смены лидера. Вот просто панически боюсь. Потому что, в отличие от других, так сказать, значит, политических систем, наше государство устроено так, что у нас в стране смена лидера – это, как правило, кардинальное изменение курса. Это, как правило, очень серьезное, так сказать, потрясение и очень серьезное изменение правил игры. Ну, вот так у нас сложилось государство, понимаете? Причем у нас был ведь шанс в 93-м году прийти к плавной такой, так сказать, передаче. Вот. Но это же не захотели наши либералы. Они же были инициаторами расстрела парламента. Но ведь как политический кризис решается в демократической, так сказать, стране? Если парламент с президентом не договорились, ну, значит, надо, так сказать, переизбирать и того, и другого. Зачем стрелять-то? В чем проблема-то?